Лапша домашняя. Мука 1 килограмм, яйца 250 грамм, вода 250 грамм. Соединить яйца с водой, слегка взбить и вымесить все с мукой. Тесто оставить минут на 15, можно и дольше. После обязательно тесто обмять, оно будет более эластичным. Теперь тесто готово к работе. Режу тесто на лапшерезке, но можно и вручную.